больше! Зачем? За что? Эй, давайте поговорим! Че, закрыли? Капец! О, привет! Знаете, что только что произошло? А4 продакшн. Взял нас и засунул в детский садик. И походу это на 24 часа. А4 продакшн залазил. Мы ведемся как дети, не слушаемся. И лайков мало собираем. Так, пацаны, слушайте. Дали на экскурсию. Пойдем. Здесь, посмотрите, такая вот прикольная спальня. Всего лишь на 4 кровати. А на сколько? 4. Проведем здесь ночку, кайфанем. Тут даже, посмотрите, есть этот тренажерный зал, можно баночку подкачать. Мячи. Мягкие. Повезло Кобякову, не прошибем его башку. О, повезло, повезло. Офигеть. Даже можно это, побоксировать. А на какой цвет дорогу надо переходить? Проектор. Для мультиков перед сном, походу. Да еще и наверху куча разных контейнеров, посмотрите. Разных. На лего, шарики. Уголок для рисования. Вау!